Одним из самых кассовых фильмов в истории российского проката стала кинематографическая сказка «По щучьему велению». Многие сцены снимали в Тобольске. Однако главная тюменская премьера «Папаша в бегах» — это первое по-настоящему региональное большое кино. В главных ролях известные российские актеры Ирина Горбачева и Михаил Тройник. Появились в кадре и местные звезды, например, актер Тюменского драматического театра Николай Аузин. Он, кстати, в этом году сыграл еще в одном крупном проекте в сериале «Райцентр». Его снял тоже тюменец, режиссер Данил Чащин. Это его кинодебют. А это что такое? А это съемочная группа. Оператор. Че, киношка про нас, что ли, будет? Дебют в федеральном кино случился у еще одного актера тюменского драматического. Сергей Канаев сыграл одну из главных ролей в сериале «Праздники». Виталий Хаев, Мария Аронова, Сергей Канаев. Наш человек есть и в нашумевшем сериале «Слово пацана». Тюменец Лев Зулькарнаев сыграл Зиму.